Две общеобразовательные школы и волейбольный центр на 5000 мест начнут возводить в мегаполисе в следующем году, заявил сегодня глава региона. По словам Андрея Травникова, работы на этих и других крупных объектах оживят строительную отрасль, которая переживает не лучшие времена. Раньше в городе на Оби за год вводили в эксплуатацию больше 2 миллионов квадратных метров жилья. Нынче до этого показателя далеко. Сегодня, если мы говорим проблемы, они перед строительным сообществом стоят очень остро. Последний год мы потеряли ввода жилья примерно 30%. На все вопросы мы должны сегодня найти ответ и потом предложить, в том числе правительство и губернатор Новосибирской области, как из этой ситуации выйти. По данным экспертов, падение спроса на жилье и, следовательно, застой в строительной отрасли отмечают не только в нашем регионе. Такая же проблема, например, в Калининградской и Московской областях. С одной стороны, все старались купить квартиры до финансового кризиса. С другой, платежеспособность населения снизилась. Появляются выгодные предложения по ипотеке, но даже они, по мнению специалистов, пока не в силах переломить ситуацию. Улучшений, вероятнее всего, следует ожидать через полгода. Мое ощущение, самые тяжелые времена мы как раз вместе с вами, со строительным комплексом Новосибирской области, переживаем. Именно сейчас, в 2018-м, я надеюсь, может быть, на умеренное, но тем не менее восстановление. С целью стимулирования спроса на жилищном рынке мы готовы и на бюджетные расходы. Безусловно, будет продолжаться программа по приобретению квартир для детей-сирот. Продолжится программа. Реализация программы по расселению из аварийного жилья